Всем привет! Вы на канале Вы Виктория, и сегодня я обещала своим подписчикам показать упражнения, которые я делаю для глаз, для улучшения зрения. Я много сижу за компьютером, в современном мире, по-моему, такая проблема у всех и каждого. Поэтому такие упражнения будут полезны не только для тех, у кого плохое зрение, но и для тех, кто просто часто проводит время за компьютером, с телефоном, с ноутбуком или под телевизором. В любом случае, упражнения для глаз будут полезны всем, и взрослым, и детям. Итак, у меня очень простой комплекс, но он работает. И выполнить упражнение нам поможет наш указательный палец. Ставим его на расстоянии примерно 20-25 сантиметров. Смотрим на кончик пальца и отводим его с одной стороны в другую. Итак, повторяем 8 раз. Раз и два. И три, и выполняйте вместе со мной, четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Как можно дальше старайтесь поворачивать ваши глаза. Мышцы растягиваются, что хорошо сказывается на улучшении зрения. Следующее упражнение – моргание. Нужно как можно быстрее проморгать глазами. Выполняем это упражнение 20 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Наша задача, чтобы к векам, к глазам, ко всем сосудам около глаз как можно больше прилилось крови. Дальше растираем наши ладошки, пока они не станут теплыми. Это для того, чтобы активировать всю свою положительную энергию и исцеляющую силу своей души. Складываем ладошку на ладошку, прикладываем к носику. Так, чтобы, когда вы откроете глаза, вы не видели света. Должно быть темно, как... не буду говорить где. И просто смотрим в темноту. Расслабляем свои глазки. Это очень приятное упражнение. Вообще, вот даже когда вы сидите возле компьютера, вы чувствуете, что глаза устали. Просто вот так проморгайтесь 20 секунд и накройте глаза ладошками. И вы увидите, что вам сразу же станет лучше. Закрываем глазки теперь, убираем ладошки, потихонечку привыкаем к свету и открываем. Следующее упражнение. Ставим пальчик вот так, смотрим на него и поднимаем глаза вверх, вниз. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и... шесть, и семь, и восемь. Во время того, как вы переносите пальчик, я еще делаю не просто вот так вот вверх-вниз, а я делаю как будто бы полукругом. Тогда еще дополнительно работают туда-обратно мышцы. И сюда тоже можете не просто делать со стороны в сторону, а как бы по кругу. Это будет двойная нагрузка. Сразу же моргаем 20 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. 20 секунд. Растираем ладошки. Представляем, как вы посылаете здоровье своим глазкам прямо из рук в глаза. Представьте какой-то луч сейчас, который организовывается вот здесь между вашими ладошками. Луч здоровья. Оп. Закрыли глазки. Открыли внутри глазки. И релаксируем. В этот момент можно представлять, как у вас такие яркие глаза, красивого цвета, какого вы хотите, зеленого или голубого, или светло-светло-серого, а может быть карего.
А вот это вот то, что вокруг, забыла, как называется, беленькое. Вот оно такое беленькое, такое, знаете, яркое, красивое, как у ребенка. И глазки видят хорошо, буковки в книжках различаем даже на расстоянии, на дальнем и на близком тоже, на разном расстоянии. Вот так вот представили, как у вас хорошее зрение. Закрыли глазки, убрали ручки, привыкли немножко к свету и открыли глазки. Следующее упражнение. С уголка в уголок, сверху вниз, но наискосок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И сразу же в другую сторону. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Моргаем глазками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Растираем ладошечки. Представляем, как мы сами себя исцеляем. Спасение утопающего, дело рук самого утопающего. Закрыли глазки и открыли глазки в темноте. Отдыхаем. Представляем, как вы сидите на берегу моря или океана, на таком шезлонге. В руках у вас бокал с каким-то прохладным вкусным напитком. И вы смотрите вдаль. Вдалеке вы видите кораблик. И видите его так хорошо, как будто бы вот он прямо вот у вас на коленях этот кораблик стоит. Вы видите каждое окошко, каждого человечка на этом кораблике. Вот такое у вас хорошее зрение. Закрыли глазки, открыли. Я надеюсь, вам нравится со мной тренироваться. Тренируйтесь со мной каждый день, и ваше зрение точно станет лучше. Так, следующее упражнение. Спасибо, пальчик, что ты у меня есть, и я могу с помощью тебя делать упражнение. Ставим пальчик от себя, ну, мне так удобнее, и ведем его по кругу, как будто бы рисуем перед собой шарик, кружок. Два, три, и я делаю все шире и шире этот кружок. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, и в другую сторону сразу же. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мы молодцы. Моргаем 20 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Греем ладошки, заряжаемся положительной энергией. Оп, закрыли глазки и открываем. Где мы сейчас с вами посидим? Давайте посидим у реки и понаблюдаем, как на той стороне медведица со своими медвежатами ловят рыбу. И мы видим каждую рыбешку, которая выпрыгивает из воды.
видим каждый глазик у этой рыбки, каждый плавничок видим, каждую чешуйку видим. Так хорошо все прекрасно видим. Медведь нас, главное, чтобы не увидел. А то еще подумает, что мы так хорошо смотрим внимательно на его рыбу, что сейчас решим ее забрать. Закрываем глазки, убираем ручки и открываем глазки. Отлично! Такой комплекс упражнений нужно делать перед тем, как вы садитесь за компьютер, перед тем, как вы будете напрягать глаза. На себе проверено, на личном опыте, что когда ты посидишь возле компьютера и уже зрение стало хуже, у меня так бывает, сажусь за компьютер, нормально, начинаю работать мышкой, и у меня через 15 минут начинают уставать глаза. А сижу за компьютером я по несколько часов. Так вот, если сделать упражнения после того, как уже глаза устали, они неэффективны. Все равно зрение уже не такое хорошее, как было, когда я села за компьютер. А вот если я не забыла и сделала упражнение до того, как я начинаю работать, у меня глаза не устают. Удивительно, но факт. Я вам всем желаю очень хорошо видеть и всегда радоваться всему, что в вашей жизни происходит хорошего, и чтобы этого хорошего было как можно больше. Будьте на позитиве, и все будет у вас вот так. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Обязательно возвращайтесь и делайте со мной упражнения каждый день. И пишите свои комментарии, помогло. Пишите «помогло», потому что другие будут читать и понимать, что нужно это делать, это помогает. Конечно, пишите как есть на самом деле. Любой ваш комментарий будет полезен. Может быть, у вас есть какие-то еще упражнения другие, может быть, другие какие-то схемы или другие рекомендации. Может быть, какие-то витамины вы пьете для глаз, и они вам помогают. Обязательно напишите об этом в комментариях. Всем будет очень интересно почитать и принять к сведению. А на этом все. Всем пока. Подписывайся на канал. Виктория. Вот так надо сказать. Фу, ну давай. Нет, надо. Давай. Приготовились. И подписывайся на канал В. Виктория.